территория – самый богатый растительный мир в России. Здесь произрастают 2000 видов. Из них 3,5% – эндемики, больше нигде не встречаются. 8% занесены в Красную книгу, 30% – официально признаны лекарственными. 6% дикоросов по своим пищевым качествам легко могут заменить овощные культуры. При этом Приморье – самый грибной регион страны. Только здесь можно найти 800 видов грибов, из которых 200 съедобны.